Здорово, сегодня мы снова играем в Dark RP, и пока что давайте обойдемся без спойлеров. В роликах будет достаточно пояснялого, а также один долгий стоп-кадр. У меня будет просьба его прослушать полностью. Я тебя уверяю, там не будет какой-то супер важной рекламы телеграм-канала, она будет час. В телеге я делаю анонсы новых роликов. Вот собрался материал, который вот-вот выйдет на канал, я выкладываю его в первую очередь не на YouTube, а в телеграм, чтобы какой-то круг лиц, определенный, который следит за мной, посмотрел его. Также мы там просто общаемся, я отвечаю на какие-либо вопросы подписчиков, и еще я выкладываю музыку из роликов только туда. И самое важное, это стримы. Все анонсы заранее идут в первую очередь в телегу. Также я решил влиться в наше толерантное сообщество под названием Twitch. Да, я создал аккаунт, и у меня ссылка на него будет в описании. Реально очень интересно, попробовать будет постримить именно там, а не на YouTube. И как же вы узнаете о стриме на Твиче? Правильно, опять же из телеги. И да, ребят, я прекрасно понимаю, что я не единственный человек, ролики которого вы смотрите на ютубе, поэтому я не хочу вас нагружать лишними соцсетками, которые никому нахрен не нужны. Пример тот же самый ВК. Мне достаточно будет подписок только на три источника. Это YouTube с колокольчиками, чтобы были все уведомления включены, Telegram, чтобы вы были подписаны, и теперь вот появился Twitch. До Twitch у меня было всего лишь две активно используемые соцсети. Мы не часто обмениваемся какими-то любезностями, разве что в телеграме после анонса какого-то ролика, но хотел бы тут пожелать вам приятного просмотра, а также выразить благодарность тем людям, которые зашли на прошлый неудавшийся ролик по Роблоксу. Пусть там даже актив был маленький, реально маленький по сравнению просто с обычными цифрами, но я все же рад тому, что на канале есть люди, которым интересна не только одна та самая игра, а также которые хотят видеть другие игры на этом канале. Все, я замолкаю, мы играем, ребят. Окей. В общем, ребят, я сегодня на таких вибрациях проснулся, на таких вайбах, как это говорят, на светло-темных, на темно-светлых. Мне что-то особо сегодня день не нравится, пиздец. Попусту я не буду челиков хуесосить, нет, не думайте. Просто чуть-чуть будет больше мата, чем обычно, хоть я и стараюсь, конечно, его не то чтобы искоренить из своей речи, но просто сделать его обилие не таким обильным. Вот, извините за тавтологию. Бывает такая хуйня накатывает, знаете, то что... Я знаю, как можно байтить челов. Я у себя дома нахожусь, по факту. И хуй мне кто что сделает. О, там этажом выше какие-то боевые действия проводятся. Но меня это не касается, мне, значит, на это индифферентно абсолютно. Я не пойму, природа настолько очистилась, что я отошел на несколько минут, там, не знаю, умыться, еще что-нибудь сделать. И меня даже никто не тронул. Так, убирайте название Infinity. Это что за сервер вообще? Куда я попал? Че меня скамят? Че за скам? Какой это сервер? Это не Infinity. Меня б тут уже нахуй четвертовали из-за того, что я просто стою. Мое путешествие началось с того, что я загулял в гетто и наткнулся на местный преступный синдикат, который не мог, но очень хотел, тем не менее, ограбить банк. Это не какая-то основная жалоба или же ситуация за весь ролик, она вообще никак не повлияет на дальнейший, так скажем, сюжет, если его можно так назвать, поэтому я ее даже проспойлерю. Один из микробандитов захотел, чтобы я взял полицейского, очевидно для того, чтобы они смогли начать грабить банк. Но я, естественно, по РП спрашиваю, а зачем, для чего мне становиться вдруг полицейским? Но его, конечно же, этот ответ не устроил, и он сказал своей шестерке, чтобы тот меня расстрелял. Ситуация очень схожа с тем, когда, например, мэр дает какие-то неадекватные приказы, и полицейские обязаны их выполнять, иначе у них будет нарушение нон-РП, потому что по правилу нон-РП, по правилу профессии, они обязаны подчиняться приказам того, кто старше по званию. Я думал, что у бандита будет всего лишь какой-нибудь фрикил или же здешний РДМ, но нет, у него по-хорошему вообще ничего не должно было быть. А вот долбоящер на главе мафии отделался всего лишь обычным нон-РП, но вообще несправедливая на самом деле жалоба, но что есть, то есть, так устроены правила. Дальше смотрим сами. Куда ты идешь, брат? Давай я с тобой. Ой-ой, там что-то не то. Здравствуйте, а вы можете зайти за полицейского, пожалуйста? Так, а для чего? Ну, надо. Очень срочно, реально. Ну, я просто не понимаю.
Я просто живу, и смысл мне становится полицейским. Ты хоть скажи, зачем? Ну, вы меня так отблагодарите. Помните, я вам помог? Так. А вот. Секундочку. Я вот не пойму, хули он целится. Слышишь? Ну, давайте почекаем. У меня единственная жалоба на весь сервак. О, Джейк. Чё? Чё за хуйня? Зачем он свой ЖБ принял, блядь? Он же меня и ёбнул, алло. Ну, кто? Вернее, я. То есть я по телефону позвонил боссу, я видел тебя. То есть я собрался. Угу. Сельский кабинет. Короче, мы думали банк ограбить. Вот. Все, ты у меня был на прицеле, я позвонил боссу, сказал ему, мол, он у меня под прицелом, типа, что делаешь, жду указаний. Все, он говорит, стреляй, я выстрелю. А почему это, собственно, да, разбирает не админ, а ты описываешь, почему ты меня убил просто так? Я не админ. Ты же меня убил? Ну да. Ну, а зачем ты разбираешь сейчас? Вы в РП-зоне разбираетесь. Ну, я как бы тоже хотел об этом сказать. Просто я не понял нить диалога, как меня человек тэпает, который меня же и убил, чтобы объяснить, почему он меня убил просто так. Ну, в общем-то, что убил-то меня? А свои жалобы разбирается. Ну, смотри, я не знаю, там разрешено ему, не разрешено. Меня он убил, получается. Я подал ЖБ, он спрашивает меня, а что фрикил-то принял такую жалобу, отнес мне на крышу. Я понял. У тебя два пункта нарушены. Разборки в РП-зоне и разбор собственной жалобы. Я ради такого стану даже Иваном Золо, блядь, в такую честь. Чё стрелять-то? Чё я сделал такого? Я ебу? Ко мне, что ли, вопросы, блядь? Бля, ну не он же стрелял, а ты. Какая разница? Я тебе еще раз повторяю. Я, блядь, слушаю приказания начальства. Ну а если у тебя начальство неадекватное? Дальше. Что ты будешь делать? Ну я что сделаю, блядь? Так, блядь, по РП я... он, как, блядь, глава мафии, а я мафиозник его. Я что-то просто не понял. Разве то, что я не хочу стать ментом, это причина убивать меня? Здорово. Смотри, ты на главе мафии был, да? Но. Ты отдал приказ убить Хилле, верно? А зачем? Ну, мы банк грабим, он стоит как, ну, потенциальный, как его. То есть он может рассказать, типа, полиция, что вот, ограбление банк. Поэтому я дал приказ убить его. А кому я мог рассказать бы? На меня оружие наставили, я стою на месте. Зачем ты с нейросетью тут сидишь, дружище? Дружище, ты же меня ёбнул, потому что я не захотел мента брать, чтобы ты смог банк ограбить. Чё ты об этом мне говоришь? Ты же меня просил взять мента и не объяснял нормально зачем. И потом, когда ты толком со мной не договорил, ты, видимо, что-то там кому-то сказал, чтобы меня ёбнули, и меня ёбнули. Так вот вопрос, ты чем руководствуешься и чем думаешь, когда ты такие приказы отдаешь? Нет, просто ты мог рассказать полиции, что мы грабим банк, позвонил ему, и он спросил, что мне делать, вы на прицеле, и я сказал, стрелять. Так ты же со мной стоял в этот момент, разговаривал, просил меня ментом стать, и когда я спросил, говорю, а для чего мне вдруг ментом становиться, меня берут, убивают. Смотрите, короче. Полиция в любом случае получает это давление, когда грабит банк. Там сигнализация срабатывает. Короче, вызов происходит, говорю, как так. Полиция об этом узнает. У тебя номер П за то, что ты приказал убить Килли. Ты можешь нейросеть выключить? А что такое? Она не мешает. Потом с ним разберемся. Мне давай мешает, жалобу закончим. Мне противно слушать. А мне противно с тобой находиться на одной жалобе. Хоть такой... я все-таки вынужден это делать. Мне тоже противно до хера чего. А говорит он, выключи хотя бы голос этого аутиста ебаного. Другой какой-нибудь включи. Я тебе сказал, потом все будет. Сейчас, подожди, замучу, попросил, порядок, ладно, окей. Не в каждом смешивать. Ну че, Анатолий, сам голосом аутиста разговаривает. Ну, все, я его замутил, больше голоса аутиста не будет. Ну, а вот это отлично. Уже, кстати, оскорбление. Так, вот я это тебе... оскорбление. В чем оскорбление? В чем? Кого? Объясни. Он сказал то, что меня замутил, больше голоса аутиста не будет. Кого? Ты я тебя замутил разве? Я же с тобой разговариваю, как я тебя замутил, если я тебя слышу? Он говорит нейросетью, а Иван Зола аутист, Тихо, оба, пожалуйста. Так, тихо. Я же тебя не мутил, алло, я же слышу, что ты говоришь. Не перебивай тоже. Тихо. Тихо, пожалуйста. Оба тихо. Смотри. Я тебе объясню, в чем тема НРП заключается. Я не вижу смысла дальше спорить, продолжать стараться за его сабузу. Помню, пожалуйста, не напоминай мне про него еще 30 раз. Если ты сейчас не вырыбишь, я тебе даю... Чего?
Вырубай. Что вырубай? Войсабус был. Какой войсабус вырубай? Ты о чем сейчас говоришь вообще? Объясни хоть. Вырубай нейронку. Какую нейронку? Нейронку вырубай. Какую нейронку? О чем нейронку. Ты говоришь вообще? Не пойму, что ты пришел ко мне в мэрию и мне рассказываешь про нейронку. Да у меня тоже эта нейронка есть, да, из Хесуса Братишкина. Можешь вырубить, я тебе еще раз говорю. У тебя Хесус и Братишкин есть? Одень. Чё там, на сколько меня? 10 минут на Voice Abuse, да? Ну, давайте посмотрим. Ну, вот как-то так себя ведет какая-то донатная, блядь, очередная. Это был спонсор, и это не наборка, обычный донатный долбоеб, который купил себе за промокоды привилегию и гоняет с кайфика. Но по-хорошему он должен был сначала узнать, есть ли у меня разрешение на этот voice мод, и подать на меня жалобу, чтобы с этим разобралась как минимум наборка, потому что она точно может узнать, есть ли у меня разрешение. Но он, конечно же, по законам жанров Dark RP решил этого не делать, и в дело вступает наборка. И да, это тоже не основная Андрич ситуация. Андрич катил этот пепсид. Кстати, по многочисленным просьбам я это... замутил ВК полностью. Да, привет, я тебе сообщить хотел. Это, конечно, прикольно, ты там нарушения нашел, все дела. Но вообще-то сперва надо было на меня жалобу подать. Нет, если увидят нарушение, могу банить. Но ты не попадаешь под исключение этого правила. Ты не ГЛ, куратор и не рут и так далее. Попадаю. Ты с другим человеком разговариваешь. Ну, вообще-то, я с тобой тоже разговаривать пытался, ты просто игнорил и все. Ты не ГЛ админ плюс и не ранг рут и выше. Свой ЖБ еще разбираешь. Ты же так же само сделал. Ты же абсолютно так же поступил. Нет, я так не делал. Я имею право забанить, если нужно. Но нет. Если ты никак ко мне не относишься, то я могу банить. Почему это к тебе не относится? Я к вам подошел, попросил денег. Потому что ты со мной лично не разговаривал, это я к тебе подошел. Я к вам сперва подошел, попросил денег. Я мог денег. Тебе не подходить и просто так тебя откинуть. Ну да, и у тебя не было ни проверок. Нет, никаких, сказал, есть ли у меня разрешение. Чел около Джейсона. Тебя и так слышу, чел. Какое разрешение? Ну разрешение на то, чтобы войсмодом пользоваться. Я тебя поздравляю. Ну в общем смотри, ты... не разобрался в ситуации, ты просто угрожал наказанием, что вот я тебя вот та-та-та, если ты не выключишь, ты не проверил, разрешено ли мне пользоваться или нет, ты взял человека... сразу кто быстро наказал. Вот. Кто тебе мог разрешить пользоваться? Ну, ты же не узнал, кто разрешил. В этом твоя вина. Ты не спросил нормально. Когда voice abuse у человека находит, то сперва спрашивает, есть ли разрешение на то, чтобы пользоваться. А, так ты проверил, да? Нет. Вот, видишь? Нет. Значит, ты без проверки и без доказательств меня наказал. А это... ты без доказательств меня наказал. А это тоже нарушение правил админских пунктов. Вот, я тебе могу даже зачитать их. Доказательств того, что мне никто не разрешал, нету. Потому что ты их и не запрашивал. Ты просто молча взял, выдал мне наказание. Если запрещено выдавать наказание без причины, это значит просто так выдать это доказательство. Но ты как, ушами меня слушаешь или чем-то другим? Я же тебе говорю, что из всех перечисленных пунктов без причины доказательств или по личным причинам тебе идет второй пункт без доказательств того, что мне разрешено пользоваться войсмодом. У меня есть доказательства. Ну какие доказательства? Кто тебе разрешил, блядь, что рофлишь? Кто не рофлит, просто адекватно это восприми, адекватно это восприми, то, что ты не доделал. Тебе никто не может, блядь, разрешить, разрешить нарушать право сервера. Ты не можешь так об этом уверенно говорить. Почему? Кто тебе разрешил? Давай говори мне. Ну, это надо было узнавать в тот раз, когда ты впервые заметил это. А сейчас уже поздно. Узнавать. Типа, если чел ордемит, ты должен спросить у него. Если че ордемит, то тоже спросить у него, тебя разрешил кто-то ордемить или что? Ну, а ты как админ повыше, ты можешь сейчас эту ситуацию разобрать? Разрешение на то, чтобы изменять свой голос, оно у меня есть. Разрешение есть, я говорю, какое у тебя разрешение, от кого есть? Молчи, блядь, ебать не спросил, реально. Помолчал, впитывал, сидел. В мэрии ты мне сказал, у меня есть... Вдруг у меня есть разрешение, я сказал, от кого у тебя разрешение, молчишь, сидишь. Я сейчас демку пересмотрел, он там ни слова не спрашивал про разрешение, и я тоже ни слова об этом не сказал. Ну чё он пиздит тебе, сидит то, что вот я подошел, спросил, ты мне говорил, что вот, а если у меня есть разрешение? Да не было такого в мэрии, чё ты чешешь, сидишь? Можешь показать демку? Пойдем посмотрим. У меня в первый раз в мэрии стоит, чешет мне про всякие, ну вот вещи, которые к РП не относятся. Ну, по РП для меня, как для горожанина, он какую-то бредятину ебаную несет.
Ну чё ты стоишь, нет, впитываешь-то? Да успокойся, блядь, обиженный. А чё обиженный-то? Ты тут больше всех кричал о том, что разбор своей жалобы, войсмод, блядь. Оказалось, что ты просто правил не знаешь на спонсоре. Да всем похуй, боже, ты заебал. Всё, посыпался, началось, да, то что блядь, вот, ты тут кричишь блядь. Больше всех. Так реально, я сижу, молчу в ТикТоке, блядь, да. Сидит, выёбывается. Да, имею право выёбываться. Посыпался просто, как листва осенью. Но как это и получается, долбоёб по центру экрана отлетел. Со мной посмотрел демку админ слева, и он в дальнейшем мне будет в случае чего помогать. Не то чтобы говорить то, что мне нету никаких нарушений, не в этом плане. Ребята, к вашему сожалению, меня тут никто покрывать не будет. А в том плане, что если найдется еще один такой же долбоёб, а может быть даже похлеще, кто знает, он сможет мне в этом помочь. Да, если что, кстати, это я, может быть, тебе напишу в ПМ, если чел не будет себе выдавать там наказание. Да, без такое. Проблем, без проблем. Все, спасибо. Давай. Ну что ты, блядь, полудурок? Да выебывался. Говноед, блядь, абстрагировался от ситуации. Я сижу в ТикТоке, мне вообще на тебя похуй. Удобная тактика, когда тебя, сука, прижали, когда все, ты уже сыпаться начинаешь, затроил, блядь, демку. Он даже не в состоянии, понимаете, был демку показать, потому что он, видимо, почекал, понял, что он надавал жидкого просто по штанине. Просто по пижаме надавал жидкого, блядь, и все. И сидит там в ТикТоке, листает, долбоеб. 4 дня посидит в ТикТоке, нормально. Ему не привыкать. Делаем снова Ивана Зола голос, все нормально. Слушай, мне понравилось, как ты сделал через нейросеть. Можешь научить так же? А на этом, на Ютубе гайдов много. Надо кого там сделал? Просто посмотреть. Там есть видосик, понятно, объясняется. И куча каналов, которые голоса скидывают. Ебать, так я думала, это саундпад. Ты, значит, ты смотришь... Нет, это вообще-то не саундпад он делает. Это через нейросеть. Я понял. Да мне похуй, что ты приказал, это мой лучший друг. Мы с ним ебались в гараже. Чуть-чуть только градус понизьте и адекватнее ведите себя. Что-то залезли-то сейчас вообще. Ну вы подумайте, да, думайте-то это, полезно. Дай лицо свое, это, да. Стяни. Чё ты, чё ты? Оскорбление. Ты зачем меня убил? Ты моего друга арестовать хотел. А кабинет мэра не общественное место. То есть кабинет мэра к мэрии никак не относится, правильно? Там, где была Городина. Относится, но это не считается общественным местом. Да? Хорошо. Ну, это НОРП все равно. В каком месте это НОРП? Ну, в том, что ты криминальную деятельность выставляешь на показ. На показ? Ясно, блядь, это не общественное место, какой показ? Там стоял только ты, мой друг и гробовщик. С гробовщиком мы договорились. Потому что он ничего не видел, он ничего не имел против. Ну, все равно ты это делаешь в мэрии. А, ну гробовщик, тем более друг наш. Ты выставляешь криминальную деятельность на показ. И исключение только это рейд или же самооборона. А тебе не от кого самообороняться. Я защищаю своего друга, в смысле самообороняться. Но это в исключение не попадает. Ты выставил криминальную деятельность на показ. Криминальную деятельность на показ я стоял, блять, не в общественном месте. Кабинет мэра не считается общественным местом. И в мэрии ты выставил криминальную деятельность на показ. В кабинете мэра, в кабинете мэра. Кабинет мэра. Ну, то есть, по-твоему, стрелять в мэрии, ну, в кабинете мэра, нормально, да? Вполне, да, учитывая то, что мэр мой друг. Хорошо, в общем, я решаю по этому поводу. У тебя выходит НОРП в соответствии с правилом, которое запрещает выставлять крим-деятельность на показ. Вот, 1.1.12 правило у тебя нарушено. Выдай себе НОРП. Если тебя что-то не устраивает, выдай уже, напиши тикет в Дискорде на меня, и там его разберут. Но ты оскорбляешь полицейского, типа, закрой рот свой, все такое. Зачем? Но я могу оскорбить, у меня расширенная ФРП, я тебя не боюсь никаким образом. Но это не означает, что ты должен провоцировать как-то. В общем, у тебя НРП из-за того, что ты человека провоцируешь на какие-то действия, ГОСа, оскорбление. Бан вести ИЭМ нижнее подчеркивание 0, 1, 626 миллионов 108 242 10 миллион РПИ. Все, я скинул форму, выдавай. Ну вот она моя подводочка длиной в 22 минуты закончилась. Теперь мы приступаем к основной части. Я побегал по серваку. В общем, я успел еще и поадминить и понаказывать промокодных долбоебов. Кстати, насчет промокодов. Ребят, пожалуйста, не уподобляйтесь тем челикам, которые у меня на роликах. Если вы покупаете что-то за промокоды, сначала почитайте правила. Хотя бы правила администрации, прежде чем брать за промокоды админку. Кстати, насчет промиков. Один из них у вас сейчас на экране. Он вводится просто
текста в чат, вы можете скопировать из описания и вставить его на серваке. И с этого момента я начал тестить нейросетку куда более интенсивно, чем обычно, потому что я уже слышал о ней и в ТикТоке, и в Ютубах, везде, где только можно, в общем, я слышал ее, видел, и почему бы самому ее не попробовать, тем более, когда есть такая прикольная фича, как YouTube-канал, на который ты можешь выложить любую хуйню, которая может тебе показаться смешной. А что будет дальше? А я вам не скажу, потому что вы не любите спойлеры. В общем, смотрите сами еще более внимательно, чем обычно. Окей? Мне вот в последнее время просто больше кажется уже, что мои ролики не только о том, что вот в Dark RP вот такие вот дебилы есть, ребята, остерегайтесь их, вот там какого-то очередного дурачка закибербулили. Это все, конечно, есть, было и будет, никуда не денется, но я ж также делаю в роликах, бывают вставки, то что вот это действие будет иметь последствия, и оно как раз таки обращает ваше внимание на какие-то мелкие, возможно, на первый взгляд незначительные детали в каком-то фрагменте, которые просто так бы, просматривая, возможно, вы бы и пропустили. Но поскольку я воспитатель среднего калибра, и у меня в роликах есть такая интересная приколюха, как пояснялово. Может быть, кто-то не понял, может быть, кто-то новый, но в таких вот стоп-кадрах я, бывает, поясняю или же за какие-то правила, нюансы определенной игры или же ситуации, или же поясняю за социалочку. В плане того, что не нужно было делать, чего не нужно было говорить, или что стоило бы сказать в такой ситуации, или же как не нужно себя вести, коим примером является почти любой ролик у меня на канале. И именно поэтому я бы вот такими вот вставками хотел бы вас отучить от клипового мышления. У кого-то оно тут точно есть. Это не проявляется в том, то, что у меня вот правильное мышление, я рассуждаю правильно, а ты нет, не в этом совершенно. А в том, что человек с таким типом мышления, ну просто-напросто не в состоянии воспринимать объемную информацию с таким массивом структуры. Нам еще в универе об этом преподаватели говорили, что это чуть ли, блядь, не проклятие какое-то, ей-богу. Простыми словами, человек из-за этого начинает тупеть, он становится более невнимательный, он становится рассеянный. Пример то, что ты не можешь найти какую-то шмотку 300 лет, а мама, например, или же какой-то другой человек, ее просто по щелчку пальца делает у себя в руке и показывает, типа, ты дебил, ты не можешь ее тут увидеть. Также со временем человек перестает выстраивать какие-то логические связи даже там, где это было бы очень необходимо. Да, ролики по Dark RP это не особо какая-то необходимая вынужденная ситуация, чтобы включать свой мозг, но все же я это могу сделать, во-первых, за вас, чтобы просто хотя бы вас немножечко в этом натренировать. Поэтому такие вставки обычно говорят о том, что чувак, поставь видео на паузу или же перемотай, переслушай внимательнее, что прозвучало в ролике, чтобы потом не задаваться вопросами: а что? А откуда? А что произошло? Где я был все это время? Теперь мы можем заканчивать этот невыносимо долгий стоп-кадр и направляться снова в банклав. Навострите уши, смотрите в оба и ничего не пропускайте. Погнали. Ебать, Конека! Сука, откроешь дверь, я тебя уволю. Это ты, блядь, сука, ясно, где нет, блядь. Блядь, уже выпусти. Сука, отойди нахуй. Иди нахуй. Бля, у него волос на Ивана Золо похож. О, я могу так быть это... свободным. Видите? Видите то, что там мэр написал? Где он может быть свободным? Пошли нахуй, уроды. Все, я теперь криминальный человек. И что это, блядь, было? Бля, где мне в СИД. Мне в СИД надо. А ты зачем людей поубивал? Два человека. Ну, два человека, зачем плюс ты их убил? Разбор своей ЖБ. Чего? Разбор своей ЖБ. Я говорю, тебе другой вопрос задаю. Ты зачем ЖБ убил двух людей? Да мне все равно, что ты мне задаешь. Ты понимаешь, у тебя наиграно 10 часов, и ты сейчас разбираешь свою ЖБ. Ты отлетишь на один день, если я сейчас захочу кинуть жалобу. Обычно мне просто лень это делать. Угу. Но все же вопрос остается неизменным. Зачем ты двух человек поэтому убил в ПУ? Просто... А, короче, ну, забей. Короче, ты не выкупил рофла, а вот пивозавр выкупил. Какого рофла? Я не пойму, в чем рофл, что ты взял за РДМил просто по приколу. А, да хз. По приколу. Ну, тогда выдавай себе, получается, РДМ. А, ну, сейчас тогда я уж тогда уж на тебя жалобу кину за АА, чтоб ты на один день. Два РДМа у тебя идет 20 минут. Я тебе сейчас форму скину, выдавай себе, и всего доброго. Так, ну... А ты куда идешь-то? Куда идешь? Короче, у этого челика админ абьюз, он разбирает свою жалобу. Дискорд, срочно. Скажи АФК. Выдавай 20 минут себе РДМа. Сейчас, подожди, мне отойти надо. 20 минут РДМа выдай себе. Вейн, я себе ничего не выдам, пока тебя не забанят за АДМ.
Ты серьезно админ, да? Или мне снится? Я просто болею, мне кажется, мне снится эта хуйня. Я жду выдачи 20 минут за РДМ у тебя. Сейчас тебе произойдет выдача на 2 дня. Дядь, я все еще говорю о том, чтобы ты себя выдал 20 минут, всего лишь. Я все еще говорю о том, что у тебя админ абьюз, плюс у тебя их уже 2. Вот, смотри, это форма, которая позволит тебе не опиздюлиться на больше срок. Ты мне просто поверь, и все. Да. Да, да, я тебе серьезно говорю, правду. Вот так вот оно бывает. У тебя за нон-РП профа. У тебя нон-РП профа. Что там еще? Давай, все нарушения мира перечисли мне. Я жду выдачи 20 минут за РДМ. Двух человек, которых ты просто так убил, лишил жизни и просто расстрелял. Ну, что такое? Бля, чел, ты вообще неадекватный, я тебе сейчас мут выдам. Я-то себе выдам, но вен отошел, поэтому пока что отлетишь на 2 часа до перебана. Я подам на перебан. Сейчас только чекну, какие это у нас... Я жду 20 минут выдачи, давай, вперед. Я ему на перебан буду подавать за 2 дэма. Блин, мне страшно очень. Может, не надо, пожалуйста? Стой, 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 подожди, подожди, не надо. Ну стой, какой 2 часа, подожди. У тебя бан должен быть 2 дня вообще. Да не надо, какие 2 дня, ну ты чё? Не, со мной так не пройдет. Ты смотри на мой клан, смотри на мой клан, я душнила. А я сейчас даже жалобу не буду, у меня демочка пишется, у меня все записано за неадекват плюс разбор своей жалобы. Сейчас посмотрю, какие-то АДМ выдаю тебе 2 часа до перебана, подаю на перебан. И тебе выдаю 2 дня за 2 АДМ, плюс 2 варна, 3 варна, это снятие с админки, 3 предупреждения, 1 варн. Это уточни, уточни давай, а то я не понял, ты что-то рэп зачитал какой-то. Он душнила, ребята, понимаете, да, он душнила. Да, у меня даже клан душнила. Так, значит, вам будет выдана блокировка в виде 2 часов за нарушение правил ADM1.2, ADM1.1. Хорошо, все, тогда... Можешь прочитать правила, когда будешь забанен. Ага, ага. А ты что, уже выдаешь? Нет еще, сейчас буду. А тебе шокер не нужен? У меня есть почти все, чел, я тебе так скажу. Я много бабок влил в этот сервак. Ага. Просто потому, что он мне понравился. Я даже клан душнула, да блядь. Можешь просто прочитать свои правила. Ну вот он уже мне тут выдает наказание. Админ, который находится слева, он стоял это время в АФК по моей просьбе, потому что мне надо было посмотреть, что он еще выдаст. Он выдал такую охуительную базу о том, какой он душнила, у него клан душнила. Он сюда дохуя денег влил, и вообще, я сейчас улечу на 2 дня. Он уже выбивает себе третье нарушение админских правил, а именно наказание без доказательств моей вины. У него нет доказательств того, что мне действительно нельзя разбирать свои жалобы. Он сам для себя вынес такой вердикт и решил немножечко так повыебываться. 2 часа до перебана, блять. План капкан, блять. Ты меня не напугаешь. 2 часа как 1 секунда пролетели. Типа он с нихуя взял, убил. Ну вот. Вейн, здорово. Ты очнулся? Короче, у него 2 АДМа, АДМ1.2 и АДМ1.1 с разбор своей жалобы. У него 2 варн. Бедный, 10 часов наиграл. Блин, да зачем душнить так? Чей я сделал? Хитрое еврейское потирание ладоней. Еще один говноед с каныкики на член. Ты видишь, в каком я клане? Я в клане душнила, я душнила. Если уж мне и гнобить человека хотя бы до конца, то уж до конца. Это пидор гнойный, а не душнила. Ну чё вы все лохо, у тебя на РП РДМ выходит 1.8, 1.11 и помеха. Рецидив, привет. Задушнил, блядь? Где у меня 1.11? Ты чё, тупой или никак? Или ты правил не знаешь? Как ты тогда мне этот вердикт выписывал? Слепошары? Ну, на РП РДМ я вижу. А чё ты до сих пор не в бане тогда? Ты ж себе так и не выдал, а? Недоразвый ты уебан деревенский. Я жду, пока Вейн тебя забанит. А чё мне должен был банить? Блять, ну не знаю. Ау, Гондон, почему ты до сих пор не в бане на 20 минут свои? Ау, Гондон, а ты почему до сих пор не в бане? А я ничего не нарушил. А ты нарушил 2 правила АДМа? Нет, не нарушил. У него разрешение есть. Да, разрешение есть, представляешь? Да. Если решишь подушить, ты хотя бы... Да, я душнила, я в клане душнила, блядь. Да, ну, блядь. Д-модератор 11 часов, что, блядь? Что, блядь? Что там за хуйня мне рассказывает про 11 часов?
351 час онлайна, недоразвитая ебаная обезьяна. Я в клане душнил нахуй, я если буду душнить, я буду душнить до конца. Я самому-то нахуй не смешно с того, что ты несешь, а, полудурок. Еще один ебанат здесь, со скином Канеки Кена, пиздец. Мразь ебаная просто, грязь, блядь, донатная. Бля, уже реально выбешиваешь. Да, блядь, выбешиваешь, ну заплати, блядь, я не знаю, душнило там. Бля, твою бы мачо, знаешь, не утазить, прям такую жизнь, Канеки Кен, блядь. Поплачь, блядь, нахуй, ногти там подстригай себе. Я в стартах говна не разбираюсь, вот так я и спрашиваю. Чем ты конкретно и тебе подобное занимаются? Материшься много, так нельзя за админа, блядь, а мне материться можно, представляешь? Мне за это пиздюлей никто не даст, не придет со скалкой. Бля, говноед рассказывает, мне сидит пиздец. Мне этот сервер понравился, я сюда очень много задонатил, вы что, достоинство какое-то. Какие ставки на то, что тебе родители ебло не проломят, если узнают, что на Dark RP, в принципе, не на какой-то конкретный сервак, на Dark RP, залил бабки, блять. Вот какой шанс, что тебе ебучку просто не вскроют скалкой или же сковородой, скажи мне, пожалуйста. Он, блять, посыпался, все, стоит, просто впитывает. Это та жизнь, которую ты выбрал. Заебал! Заебал! Бля! Что, это еще одно нарушение АДМа, да? Говноед, блять. Бля! Бля, твою мать так же нахуя вертит. Пиздец! Да-да-да, кусок дерьма помойного, смех и слезы. Говноед получает по ебалу, блять. Говноед твой папаша. Бля. Кринж ебаный просто. Ты куда побежала, блядь? Просто кринж ебаный. Зафристи этого говноеда нахуй. Сын. Блядь. Бля, твою мать, в унитазе добил, да, блядь. Да, говней. Кого ты там, блядь, добил? Ты ебаный биологический карлик, блядь, без будущего. Деревенский даун. Сын ебаных мещедроновых наркоманов, закрой пасть нахуй. Десятилетний кусок говна, блядь. Просто мерзость ебучая. Мелкая, блядь, на все, что ума хватило, это просто потаскать меня, блядь, чизганом, нарушить еще кучу правил, блядь, и получить пизды. Потом с грустным небалом будешь говорить о том, то что, блядь, да его админы покрывают, что еще нового слышал? Ничего. Пиздец. Гнуда ебаная сидит, рассказывает, я душнил, у меня клан душнился, я начал душнить, я буду это делать до конца, бля. У тебя не получается, я руку не чувствую, не дотягиваешься, карлик ебаный немощный. Гном, блядь. Все, что тебе остается, это сидеть и терпеть, Канеки Кен. Это та жизнь, которую ты выбрал, ты сам выбрал страдать. Ты же должен знать это, ты же должен знать эти строки, эти фразы, раз ты такой фанат. Ты существо, бля, давай рэп читай, давай, давай. Ибо нам без будущего. И единственное, что светит, дальше просто вместе со своими родителями дальше сосать за дозу. Да иди нахуй! Когда закибербулил очередного ребенка в Dark RP. Бля, как же вот заебал. Как же заебал. А так и ты селивнешь, тебе еще больше пизделей прилетит. Ужасно, да. Ты же любишь этот сервер, что ты уже все? Не радуешься, да, нихера? Обожаю. А как зовут его, кстати, вот это душнило, Канеки Кен? Кто знает? Танка так и называем, танка на всем сервере. А ты же настолько неинтересный кусок говна, что вы его имя даже не спрашиваете. Да, у нас в РДМ. А, это Саня, Саня. Не, это как вот Миша, Михаил. Александр. Да, не Саня, а Санина ебаная, да? Бля, ты настолько неинтересный кусок дерьма, что ты за 300 часов игры на серваке, который очень любишь, не смог даже никак запомниться по имени людям, да, с которыми ты общаешься, играешь. Понимаешь, насколько ты нахуй бездарный, блядь, долбоёб, у которого социалки нахуй никакой, кроме как покричать в этот, в микрофон, я твою мать нахуй увертел. Скрипка, я извиняюсь, что прибью, но он уже на фирму заработал. Я знаю. Я ради этого и стараюсь. Ну, поскольку Dark RP Kid настолько тупой, он не понимает, что от него добиваются. Он просто делает то, что делает. Возможно, кстати, твои родители реально хорошие, но допустили такую одну очень страшную вещь. Они тебе вообще позволили, понимаешь, нет? Типа, ошибка была в том, что как только ты вылез, тебя просто не за***ли нахуй ногами прямо вот в роддоме, блядь. Ну что, как дела? Че ты больше не банишь нихуя? Не получается? Че такое? Ну забань еще раз, напиши там сын шлюхи, еще что-то, давай. Ты ж гуль. А, родители в комнату зашли, опять связали, блядь, Канеки бедного, пиздец.
Я просто больше всего улетел, я просто ржать мне микрофон, слава богу, начал. Вот это, я душнила, у меня даже клан душнилы, я всегда всех душню до конца. Мне раньше было лень это делать, но теперь я подам все жалобы на тебя и тебя забанят, блять, там будет 2 дня или больше. У тебя 10 часов, ты донатный модер, пиздец, мне что-то типа тут указываешь, блять. Я себя забаню на 20 минут, но ты тоже отлетишь. До сих пор, кстати, не забанил себя, он только мне баны раскидывает, кстати. Пиздец, сын ебаный, блядь, я бы тебе просто ты бы забрызгал, ебало. Все, бань его нахуй. Слив. Как из гондона просто слив вытянуть, заебись, блядь. Как, слышишь, Вейн, план наш сработал. Просто ты на какой-то момент в АФК уходишь, и я все еще жду, чтобы он просто себе 20-ку выдал, и я от него отстаю. Все, мне даже не интересно, что у него там будет... неадекват или же помеха. Просто достаточно было 20 минут выдать себе, я от него отстал бы, блядь, и все. Вот я от него отстал, я отстал от тебя. От кого я, блядь? Ну, от кого я банил, я от них отставал, как только выдают себе 10-ку. Этот стоит, да я ж душнила, у меня клан душнила, я это так типа просто не оставлю. Я вот я сделаю все там жалобы на тебя, блядь. Говорю, просто выдай себе 20-ку, и тебе будет же лучше, сам понимаешь. Ты же тут накупил доната, еще чего-то. Ну, так и не выдал 20 минут. Вообще, на будущее, если у вас ребенок хочет быть душнилой каким-то, типа такого, или же еще похуже, то просто ебало ему расп***ть и все. Если он еще играет с Канеки Кедом скином.